На тамбовских трассах появились новые дорожные знаки. Так называемые электронные спидометры должны призвать нарушителей сбросить скорость до разрешенной. Ноу-хау вводит управление автомагистрали Москва-Волгоград. Дорожники уверены, электронные спидометры просто необходимы на отремонтированных ровных дорогах, где водители, как правило, давят на газ. Ведь аварии на высоких скоростях приводят к тяжелым последствиям. Принцип системы прост. Датчик в электронном табло выхватывает в потоке автомобиль и выводит его скорость на экран. Если водитель нарушает, цифры показаны красным цветом. Если едет на разрешенной скорости – зеленым. Мы преследовали одновременно несколько целей. Первое – это, скажем так, психологическое воздействие на водителя. То есть водитель, проезжая по данному участку автомобильной дороги, видя свой скоростной режим, если он едет с превышением, как мы думаем, должен снизить скорость движения. Кроме того, новый знак настроен на частоту приборов фото-видеофиксации, а значит, на него реагируют антирадары. Это тоже должно заставить нарушителей сбросить скорость. Но и в противном случае штраф высылать никто не будет. Сейчас электронные спидометры дисциплинируют водителей на федеральных трассах в районе Туб-Диспансера, на Селезневской и Араповской развязках. Если система себя оправдает, дорожных знаков «Ваша скорость» в Тамбовской области установят больше.